спасибо за вопрос. Значит, я хочу остановиться все-таки о том, что принята стратегия развития туберкулезной службы нашей страной. В этой стратегии развития вообще не предусмотрено содержание и функционирование городских туберкулезных служб. Город Одесса является единственным в стране, у кого есть своя городская туберкулезная служба. Так сложилось исторически. С 1 апреля изменяется система финансирования лечебных учреждений, которые стали КМП, коммерческими неприбыльными предприятиями. Значит, для того, чтобы получить финансирование, необходимо заключить договор о стационарной и лабораторной диагностике этих пациентов. Значит, наш туберкулезный диспансер подал документы в Национальную службу здоровья, они его не законтрактировали. Значит, у нас в Одесской области находится 4000 больных туберкулезом. Из них 1500 – это жители города Одессы. У нас есть крупный, большой, традиционно в нем сосредоточены квалифицированные специалисты. Ну, сейчас он называется по-другому, бывший областной туберкулезный диспансер. У них большая стационарная мощность, у них больше 500 коек, стационарных коек и для детей, и для взрослых. Они, значит, облгосадминистрация написала письмо в адрес городского руководства, что все жители Одессы смогут там проходить и исследования лабораторные, необходимые на генетическом уровне. Не те, что анализы обычные, а сейчас для того, чтобы правильно лечить туберкулез, проводят исследования на генетическом уровне. Значит, там они смогут пройти весь необходимый комплекс и исследований диагностических и лечения. Значит, у нас мы такое решение попросили, чтобы депутаты, значит, нас поддержали, потому что для того, чтобы можно было сохранить кадры, персонал, потому что финансирования нет. Финансирование 30 миллионов в год – это финансирование туберкулезного диспансера. Поскольку нет договоров, нет финансирования. Они заключили договора только по лечению ЗПТ, ну, это, вы понимаете, заместительная терапия, да? Значит, и еще один вот пакет рассматривается. Там в нашем туберкулезном диспансере работают хорошие специалисты. И у нас есть два филиала туб-диспансера, которые находятся в Суворовском районе и в Киевском. Значит, конечно, 11 аппаратов – это уже как бы много, и они не выполняют свою функцию. Поэтому вот это будет сокращаться. Будет там не 11, предположим, а 5 аппаратов или 6. Это будет в процессе реорганизации устанавливаться. Помещения у них останутся, они будут находиться. Если мы, предположим, какой-то решим филиал сократить, то нам негде размещать центры семейной медицины. У нас 16-я поликлиника, бывшая 16-й центр, они сидят скучно, и они находятся в одном месте, все-таки район Большой Малиновский, чтобы была лучшая доступность. Или мы поделим пополам, там есть разные выходы для того, чтобы не было пересечения инфекций. То есть мы будем решать эти вопросы по мере поступления. То есть пациентов из диспансера будут переводить? А зачем? Нет, пока мы это не планируем. Может быть, со временем мы какие-то койки организуем. Но, во-первых, сейчас идет коронавирус. Об этом вообще не может быть речи. Вы понимаете, сейчас такая ситуация. Значит, в мире есть расчетные данные. Какую эпидемию можно ожидать? Это рассчитали специалисты. Понимаете, если на миллионный город, предположим, если, не дай бог, начнется, даже по самому такому мягкому сценарию, будет до 10 тысяч заболевших, 2 тысячи будут нуждаться в стационарном лечении, и 3% будут нуждаться в искусственной вентиляции легких. Понятно, что инфекционная больница одна там их не поместит. Придется разворачивать другие госпитальные базы. То есть мы не знаем, по какому сценарию пойдет развитие. Мы принимаем меры. Мэр рассказывал, что заседают штаба, ТБЧС, для того, чтобы разъединить людей, для того, чтобы обезопасить и провести дезинфекцию. Мы принимаем большие, город принимает большие меры, но мы не знаем, что может быть, потому что в Одессу, вы знаете, это портовый город. Вот у нас каждый день прилетают и приезжают откуда-то люди. Сейчас в инфекционной больнице находится 16 человек с РВИ, которым тестируют на это заболевание. У них нет симптоматики, но они прибыли из стран, опасных по этому заболеванию. Поэтому работа проводится очень большая. И сейчас отнести туда туберкулезных больных, когда мы не знаем, сколько нам понадобится боксов в следующий день, когда есть областная служба, она всех принимает. И есть гарантийное письмо от руководства облгосадминистрации. Понимаете, это будет по мере поступления. Это очень такой тонкий вопрос. И очень нужно подходить очень взвешенно и аккуратно. Просто так взять, кого-то схватить, перенести какие-то койки – это невозможно.
Пока у нас мы можем пользоваться областным диспансером, они сейчас тоже пользуются им. В настоящий момент в городе нет стационарной помощи. И все больные лечатся там, и никто отказа нет. Это вы лечите на Белинского? На Белинского. Все там лечатся. Поэтому это мы никакое ноу-хау не делаем. Они как лечились там, так они и будут лечиться. Просто мы рассмотрим, может быть, возможность разворачивания коек в инфекционной больнице, там, если будет необходимость. Если мы увидим, что тот тут диспансер не справляется. Хотя нареканий нет. От населения города нареканий не поступало. Ни в мэрию, ни к нам. Они справляются с работой. И очень квалифицированно. Можно уточнить? Вот эта больница, которая теперь называется диспансером на Белинского, она пока остается, потому что слухов было много, что ее куда-то вывели. Нет. Она остается. И вот эти два диспансера в Киевском и Суворовском, они остаются? Да. Послушайте, значит, сейчас по концепции и облсовет принял, что все туберкулезные диспансеры, у них они становятся филиалами вот туберкулезного диспансера, который находится на Белинского. Они будут реорганизованы, и в районах области будут, ну, как это, районные фтизиатры, скажем, их так назовем, я не знаю, как они их назовут. То есть полностью идет реорганизация службы, не будет никаких структурных подразделений самостоятельных в области. Все соединяются с туб-диспансером областным.